Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Дэвиса первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин одержал победу над итальянцем Андреасом Сеппи. В первом сете Кукушкин обыграл противника за 57 минут со счетом 7-6. Во второй партии спортсмен также не оставил шансов своему оппоненту. Итог 6-0. И в третьем сете казахстанский теннисист, сделав один брейк, довел матч до победы 6-4. Таким образом, счет между Казахстаном и Италией сравнялся 2-2. В данный момент в Национальном теннисном центре в Астане проходит решающая пятая встреча. На корте сражаются Александр Недовесов и Фабио Фанини.